Государственный праздник «День России» завтра отметит вся страна. Лабытнанцы готовиться начали заранее. Уличные флешмобы, квесты, российский триколор на окнах. Настроение у всех праздничное. Репортаж Карины Щербаковой. Успех, удачу в жизни обретем, гордимся родиной своей по праву и говорим спасибо, что живем, не зная войн, разрухи и пожаров. Разноцветные платочки и косынки, а на щеках российский триколор. Дошколята сегодня вышли на улицу, чтобы признаться в любви к своей стране и показать бело-сине-красный флешмоб. Каждое движение выполняли старательно. Маленькие патриоты с удовольствием поддержали акцию «Окна России» и вместе со взрослыми сделали красивые бумажные фигурки и надписи. Воспитание патриотических чувств зарождается с самого детства, поэтому педагоги детского сада «Снежинка» активно участвуют во всех патриотических акциях. В том числе мы украсили окна к Дню России. За моей спиной вы видите, как красиво у нас получилось. Дети вместе с воспитателями весь вечер украшали. Большие буквы «Я люблю Россию», белые ромашки, а рядом голуби – символ мира и добра. Такие интересные праздничные открытки. Украсить здание решили в молодежном центре. Мы разукрасили, можно сказать, свои окна, повесили флаги, повесили картинки с поздравлениями наших русских мишек, голубей. То есть мы поддержали эту акцию, потому что мы живем в России, мы любим свою родину, поэтому я считаю, что это важный праздник для нас всех. День России – это общий праздник. Неважно, сколько тебе лет или какой ты национальности. Россия – это как одна большая дружная семья. Так считают ребята из детского лагеря Вероника и Глеб. Вместе со своими товарищами они нарисовали карту России, а внутри – десятки ладошек, как символ единения. Это символ дружбы нашей страны, то есть чтобы не было вражды между нами. Я считаю, что Россия дружная и великая страна. Сегодня ребят ждал интересный квест. Песни о России, русские народные игры и викторины. Для детей, кажется, нет ничего невозможного. Заданием перечислить все города-герои они справились очень быстро. Киев. Дальше. Ленинград. Берлин. Да. Москва. Угу. Минск. Да. Интересная и насыщенная программа завтра ожидает всех лабытнанцев. На площади НАКа в 12:00 начнется игровая программа для самых маленьких. С 14:00 стартует автобусная экскурсия по городу, а в это же время в Харпе на площади Мира начнется игровая программа и праздничный концерт. В Лабытнанге торжественное событие развернется в 16:00. Волонтеры Победы будут раздавать флажки и ленточки триколор, а велолюбители вместе с мотосообществом развернут огромный флаг. Присоединяйтесь к празднику и вы. Карина Щербакова, Евгений Садыков, программа «Время местное».